Второй из 12 годов, это у нас идет Юкрдель, год быка. Для Юкрдельта людей, да, вот здесь, как я сказал, немножечко есть разница, да, то есть есть женщины, мужчины. Получается, что для мужчин в большинстве своем, да, то есть вот Бардиль – это благоприятный год. Вот для женщин, так как свой год и следующий год у них бывает немного неблагоприятный, я вот немножечко отдельно хотел бы здесь вот Юкрдель, чтобы объяснить. Для мужчин, я думаю, вот сам по себе год Бардиль – это благоприятный. Например, если вы вот этот год Юкрдель свой, да, старались там, например, дальние поездки не ездить, чуть-чуть аккуратнее быть в плане там работы, материально-финансовом отношении немного там быть, чтобы там во вложениях там аккуратнее, там не занимать большие суммы, там, ну, как говорилось, да, вот, вот этот Бардиль, да, можно уже в плане работы, я думаю, провести активнее. То есть заработок, например, вложение, купли-продажи. Также, я думаю, хороший год будет именно с землей связанные работы, да. Вот если у вас есть возможность там купить там участок или, например, заняться там посевами или там дома даже можно сажать там грядки, вот такой, с землей хорошо будет, строительство благоприятный период. Если вы будете в этом Бардиле начнете строительство, я думаю, его можно будет быстро закончить. Помимо этого, да, вообще сам по себе Юкрдель-то люди, они бывают такие, ну, как сказать, ну, первый отличительный фактор, да, то, что, конечно, это люди, которые очень тяжелые в своих решениях. То есть, если он что-нибудь решил делать, да, очень тяжело переубедить Юкрдель-то люди. Говорят, что они такие, характер такой твердый, говорят. Ну, и второе, да, это вот тоже лень, да, медлительность, например, вот такие вещи. Потом опаздывают постоянно, говорят, вот Юкрдель-то. Ну, и я хотел бы, исходя из этих всех факторов, да, хотел бы сказать, что вот Бардиль, например, да, старайтесь вот как можно активнее его для себя провести. Не ленитесь. Например, одно дело, что год сам по себе благоприятный для вашего года, да, там потенциал его материальный хорош. Но, например, если вы ничего не будете делать такой год, дома лежать, например, лениться, не хотеть там, да, или если кто-то вас уговаривает что-то сделать, там, не идти, ну, не слушать, еще что-то. Ну, я думаю, что, конечно, такой год мимо вас пройдет, вы даже не заметите, что он такой хороший. Поэтому одно дело, например, то, что потенциал год, но реализует его человек или нет, во многом зависит от его настроя, подготовки, действий, активности. Поэтому Юкрдель-то людям я советую, да, вот мужчинам в основном, да, нужно провести его для себя именно максимально активно. Если у вас что-то вы будете прям с начала года заниматься, то, что он благоприятный в везении, там, моральном, душевном состоянии положить, я думаю, это вам как быстро получаться будет, так и радость принесет большую вам в этом году. Поэтому вот для мужчин вот этот год Юкрдель, он такой прям благоприятный, хороший, можно его... Но, тем не менее, да, вот на что хочу обратить внимание, да, если вы Юкрдель, да, занимаетесь оформлением документов, да, сроки надо хорошо будет смотреть в этом году, чтобы не просрочить какие-то там права у вас там, или, например, документы какие-то, если подача там что-то. Нужно, если с документами могут быть проблемы из-за того, что вовремя в срок не подаете, или там забыли там что-нибудь еще. Вот нужно именно смотреть сроки, хорошо? По поводу того, что вот для женщин, да, Юкрдель-то женщин, вот сам по себе Бардиль может быть немножечко такой, он нервный год. Во-первых, да, я думаю, что в везении он немного неблагоприятный может быть. Это значит, вот то, чем вы планируете заниматься в этот год, да, возможно, получаться это будет не прям так легко или быстро, как хотелось бы вам. Поэтому недостаток везения такой год надо компенсировать усердием. Если вы за что-то беретесь, при трудностях надо это не бросать, целеустремленнее быть. И это раз. Во-вторых, да, я думаю, он немножечко нервный, может быть, взаимоотношения вот внутри семьи.
семейных, личных взаимоотношений. Поэтому постарайтесь, если у вас будут конфликты, да, там, с родными, с родственниками, там, на материальном, там, будь это причине почвы, да, там, либо каких-то личностных, каких-то там обид. Я думаю, что как бы там то ни было, лучше будет, если более сдержанно, мягко, спокойнее относиться к этому. Да. И я бы посоветовал, вот, ну, в принципе, угрозы для жизни, там, здоровья, материально, финансово, в принципе, я думаю, для женщины Кырджалита это год хороший, но, тем не менее, вот это вот везение, моральное, душевное состояние. Я бы посоветовал Кырджалита, вот, женщинам периодически в Бардиль для себя читать вот «Халган сякхном» — «Открытие дороги», да, например, «Цаган шукрта». Потом вот «Хурин негендерке» — это восхваление 21 тари. Это его читают для семейного благополучия. Ну и также можно дома, да, например, начитывать мантры белозолотничной тары, потом три бурхан женских покровителей, да, это вот Ногандерке, Маричи, Махапратисары, Сосурданма, вот эти мантры, да. Хорошо будет их для себя читать, чтобы год был более такой помягче. Но я думаю, что Тула Диль будет для Кырджалита людей очень хорошим 2023 год. Поэтому я думаю, что все же вот следующий вот именно Туладиль, он будет более благоприятный для Кырджалита людей.